Всем доброго времени суток, уважаемые зрители! Я вас приглашаю на цветочную базу «Мир цветов», город Ставрополь. Итак, добро пожаловать в «Мир цветов». А для начала я хотела бы вас попросить поставить лайк, чтобы YouTube продвигал мой канал, чтобы многие увидели такую красоту. Итак, начнем с распродажи. Очень красивый бархатный антуриум. Замечательное растение и цена прекрасная. Всем известная бегония макулата по 100 рублей. У меня она уже есть. Кстати, что это за цветочек? Мне даже на кассе и не подсказали, как он называется. В ассортименте, да в ассортименте. А как же его зовут? Подскажите, пожалуйста. Фиалочки на любой вкус и цвет. 80 рублей. Вечно цветущая каланхоя Блоссфельда. Прекрасные кустики. $249. Как же мне понравилась эта калатея. Какие у нее длинные веточки, красивые листики блестящие, высокая. Веточки даже у нее многие поломались, а цена просто восхитительная. 249 рублей. Да, очень красивая. Калатея. Я себе тут одну присмотрела, чуть поменьше, тоже шикарная. В конце видео я вам обязательно покажу ее. А это эчеверия.
По 200 рублей почти. 199. Очень красивые розочки. Шикарные. Очень мне понравился огромный выбор кашпо на любой вкус и цвет. Вот такие орхидейки необычного цвета. Здесь очень много, цены разные. 349, 549, 900 с лишним. В общем, на любой карман, на любой вкус.
Кстати, это кашпо с секретом. У меня такое есть. Эти бабочки, которые здесь вот выделяются, их можно расправить, и они будут порхать. Вот такой секрет. Распродажу я вам показала, теперь посмотрим на цветочки, которые продаются здесь в розницу. Очень красивые каллы по 479 рублей. Очень красивые. Хризантемки какие милые, какие они теплые, как солнышко. А цена у них, сейчас мы посмотрим, какая цена. ₽163. Кстати, именно из этой базы цветочки направляют, то есть перемещают по другим цветочным магазинам, в том числе и «Планета Лето» города Ставрополя. А это необыкновенный мир суккулентов. Все они разные, и каждый настолько удивительный и не похож один на другой. Чудо чудное. Огромный выбор шифлер. Полосатые драцены. Огромная фация с шикарными большими листами. И цена у нее достойная. Очень мне понравился фикус лирата. У него такие огромные листья. Просто восхищаешься таким разнообразием, такой красотой. Каждое растение настолько удивительно и уникально. С
слава Богу за такое изобилие красоты, которая нас вдохновляет, радует и успокаивает. А про керамику много слов не надо. Здесь столько творчества, столько красоты, и растения очень любят керамику. Для корневой системы это просто как бальзам. Вот такая получилась прогулка на этой прекрасной базе «Мир цветов». Я уверена, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, как вам цены. А в конце своего видео я, конечно же, покажу вам растения, которые я приобрела по распродаже. А вот и она, Калатея. Какие у нее красивые листики. Несмотря на то, что у нее, конечно же, есть поврежденные листочки, желтизна. Вот у нее листик, сейчас покажу вам. Такой, как огрызочек. Я его обрежу, конечно же, удалю все ненужное. И цветочек преобразится. Очень красивая Калатея. Мне она понравилась прям. Я очень довольна. А еще я обратила внимание на декоративно-лиственную бегонию. Она была обрезана, видимо, потому что листики засохли. И теперь появились новые. Вот такие покупочки. Вот такой обзор. До новой встречи. А с вами была я, Светлана. Пока.